You wanna come in? Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на Кипоп. Иногда реагирую на джей-поп, и поэтому мне, мой спонсор, Нагури, который меня поддерживает на бусте, он заказал мне песню под названием «Connect» группы «Ищу». Эта японская группа, она была сформирована по итогам шоу uh, Produce One One The Girls. Это не победительницы шоу, там другие девчонки, совершенно другая группа. Это просто участницы из них сделали группу еще одну. Хорошая идея, кстати, в принципе, так периодически происходит, там продюс One One обычным, девчонки, но ну, не все далеко были, потом попали в отдельную группу, вот, и почаще бы такое происходило, когда вот, например, сколько-то девчонок попало в группу основную, а некоторых других взяли и раскидали по другим, потому что, ну, там часто очень талантливые не пропадают, не пролезают на первые места. Вот, группа Ищи, у нее есть тоже очень потрясающее объяснение, пишется как ASUI, AS: S.U.I. точнее это по идее означает там, вопрос, тема, проблема, что-то в этом роде. Но судя по Википедии, по Фандом.ком, это привлекательная и уникальная структура, которая всегда привлекает внимание и актуальность. Я не понимаю, в чем тут суть, где смысл. Но ладно, так и быть. Почему бы и нет? В группе четыре девушки, японки, разумеется: Рин, Нано, Юки и Рино. Дебютировали они в июне этого года. Вот, соответственно, я сейчас реагирую, опять же, по заказу гурь а, и... Все, в принципе, я готов. Там, по идее, у клипа есть еще танцевальная версия, но она от студии Чум, которая имеет обыкновение блочить все налево и направо. Эта версия тоже будет заблочена. Она будет заблочена, была бы заблочена в России и в Республике Беларусь. Я, как обычно, залью две версии. Одна полностью вот с музыкой и с видео, другая без музыки и без видео или без чего-то одного из этого. И для того, чтобы и все, кто в России, Республике Беларусь, могли эту тему посмотреть, если вы попали на такую версию и вам не хочется смотреть, как я реагирую на пустое место, то просто ссылочку в описании. Заходите обязательно. Либо включайте VPN смотреть другую версию, либо в ВКонтакте, в YouTube, Zen. Вот. А смотреть я буду в YouTube, потому что когда я пытаюсь скачать из YouTube этот ролик качается какая-то дурная непонятная версия с закадровой озвучкой. Видимо, у этой, этого клипа есть две дорожки, и вот программы по скачиванию просто не понимают, куда надо качать, и качают другую. А я сейчас буду смотреть, разумеется, обычный клип. Давайте, 3, 2, 1, поехали. Надеюсь, YouTube не будет тормозить, как зараза. Смотри, какое-то... Что-то прям агрессивное. Кто не понял, песня называется Connect. Давай. Агрессивно такая прям. Ух ты. Ой, за ними Т-1000 ползет. Девушки, аккуратно. Слышали, был звоночек такой, как будто бы, да? Нифига себе. Интересный переход. Какая-то смесь идема, трэпа и чего-то еще такого. С неплохими иеропсексами, конечно. Какая смешная ящерица. Тут нельзя не сказать, что, конечно, вайбы Blackpink есть у этой группы. Просто здесь очень намешано с EDM, поэтому не настолько разительное сходство. Особенно вот когда такие моменты. Мне кажется, это слишком маленький кусочек, его нужно было сильно продлить. Сильно. Тут прям ДС включился. Как знаете, условно говоря, Blackpink подружили с миксе и выдали что-то такое. Девочки, кстати, очень классные все. Тут и общайся хорошие, с вокалом порядок. Короче, мне с точки вдохновения более-менее ясен для продюсеров этой группы. Девчонок еще, ну, еще и четверо. Но хотя бы на Мишеле демо от души уже неплохо. и концовка без ротаты. Это всегда хорошо. А, в общем, не могу сказать, что мне песня про сильно понравилась. Она, на мой взгляд, слишком рфанная какая-то. Она скачет из одного жанра в другой. Реально, на из трэпа скачет. Иногда это удачно получается, иногда не особо. На самом Девчонки классные и красивые, клип симпатичный. Есть такая местами ядреная компьютерная графика, очень простенькая, но, опять же, стилизованная неплохо. Давайте послушаем еще раз. Who is issue? Действительно, кто это такие? Да вот, четверо девчонок, я же их называл. Скажем так, начало мне гораздо больше понравилось, чем вся остальная песня, потому что она была уже такая более стандартная и местами более рваная. Непонятно, сочетается у меня в голове, но сочетается. Я в жизни бы не подумал, что у этой песни такой припевку у нее есть. Но вот с этого момента идет похожесть на БП, Туиниван и так далее. БП больше. Разве что нет, быстрее, конечно. Окей, okay, наверное, не очень справедливо ее сравнивать с БП. Местами есть схожесть, но... Вот скорее в припеве. При хорус нет, не такой, все-таки слишком быстрый. Группа, кстати, по крайней мере, сингл... Блин, я бы реально хотел, чтобы эта часть была подольше. Сингл, кстати, довольно успешный. Он там по японской классификации у него золотой статус, второе место в ход, топе каком-то и так далее. Ну вот тут бы, блин, какой-нибудь такой мощный просто припевище. Мощный, какой-нибудь, знаете, прям идея Вот не это, а прям идея яростно. Ну, хорошо, разнообразие ради, этот кусок хорош. И повторюсь его по длине. Witness Power. Окей. Okay. Интересная концовка. Продакшн хороший, на самом деле, песни. Все в порядке со звуком, с визуалом в порядке, с вокалом, с рэпом. Все хорошо, но просто ну, немножко разразненовато, с нами кое-что похоже на кое-что другое, но в целом вообще достойный дебют, по-моему, группы. Вполне себе. То есть могло бы быть еще более оригинально. Повторюсь, если бы они просто чистые идеям ушли, без трэпа, без какого-то. А, но и так неплохо. Спасибо, на за заказ. Что вы думаете про эту песню? Как вы думаете, эту группу ждет в большое будущее? Ну, а повторюсь, учитывая, что у них хороший дебют по продажам, я так понимаю, я не смотрел в цифрах, я просто знаю именно в... Ну вот, смотрите. Certification R.I.I.J. Gold. Золотой. Я не помню, сколько это было должно быть продано. Постоянно путаю, блин. Gold по этой версии сколько означает? Сколько там они на Ариконе продали? А, ладно, плевать на самом деле. Это не так важно. Сколько-то там тысяч, видимо. Может быть, сотен тысяч. Вот, как-то так. Ладно, ждем камбэка. Если мне на Гури закажут, то отреагирую обязательно. Может, что-то еще закажут, кто знает. Всем спасибо. Всем пока. Не забывайте лайк, подписка, просмотр другого видео помогают каналу очень сильно. Особенно в наши сложные времена, когда YouTube нафиг вообще не работает у половины людей. Вот. Ну и, конечно, подписка на Бусти очень помогает, как это сделать, сделал Нагури. И ссылка в описании на Тинькофф тоже можно сделать отдельный заказ. Все. Пока.